Здравствуйте. Эфир телеканала «Енисей» продолжит программа «Наша экономика». И в этом выпуске у нас много о социальной поддержке населения. Частично это будет ретроспектива с оценкой объемов помощи граждан в прошлом году, какие субсидии и в каком объеме доходят до семей. А частично будет перспектива – новый вид соцпомощи, который заработал буквально на днях. Я про льготы по капремонту, утвержденные законодательным собранием. Но сначала блок коротких новостей на другие темы. Росстат напоминает представителям малого и среднего бизнеса о проходящей в стране экономической переписи. Все субъекты хозяйственной деятельности обязаны успеть заполнить и сдать специальную форму отчетности до 1 апреля этого года. На территории нашего края экономическая перепись затронет 123 700 организаций. В январе этого года в Красноярском крае было введено 173 тысячи квадратных метров жилой площади. Это 3408 новых квартир, что практически в два раза больше, чем было в январе 2015 года. При этом уже второй год подряд именно январский объем строительства показывает двукратную динамику. Пенсионный фонд России напоминает о возможности получения единовременной выплаты из средств материнского капитала. Заявиться на 20 тысяч рублей можно успеть до 31 марта. На данный момент таким правом воспользовалась 41 тысяча семей из Красноярского края. Заявки на выплату принимают отделения пенсионного фонда. Итак, красноярские статистики измерили фактические уровни социальной защиты населения в сфере ЖКХ. Одно дело, какие законы действуют, какие механизмы существуют и какие суммы обещают, но совсем другое дело, как это работает в реальности и что люди получают на руки. Вот как раз эту объективную реальность оценивают специалисты Красноярск-Стата. Сначала напомним, что у нас есть две основные формы соцподдержки при оплате услуг ЖКХ. Это льготы и субсидии. Льготы положены отдельным категориям вроде ветеранов, инвалидов, многодетных семей и так далее. А субсидии – это для малоимущих. Для тех, чья квартплата превышает определенную долю от доходов. Вот, кстати, как раз статистики и знают, сколь мало нужно получать, зарабатывать, чтобы иметь право на субсидию. По законодательству субсидиями на оплату услуг ЖКХ имеют право пользоваться малоимущие граждане, которые тратят на оплату услуг ЖКХ больше 22% своего семейного совокупного бюджета. Если мы возьмем среднестатистическую семью из трех человек, где два взрослых и один ребенок, то эта семья должна совокупно получать не более 33 тысяч рублей в месяц для того, чтобы иметь право претендовать на субсидии по оплате услуг ЖКХ. И таких малоимущих, как оказывается, у нас довольно много. Получателей субсидий на оплату ЖКХ в Красноярском крае 100 тысяч человек. Но что удивительно, вроде бы экономический кризис, доходы у людей сокращаются и число таких получателей должно расти, однако за последние годы оно наоборот снижается. За два года минус 18 тысяч малоимущих. О причинах статистики не говорят, они только фиксируют факты. Зато о причинах знает Минсоцполитики. Это никоим образом не связано со снижением возможностей бюджета, а скорее с восстановлением справедливости. Раньше было много граждан, которые искусственно занижали свои доходы, чтобы заявиться за субсидией. А сейчас с ними хорошенько поработали. Те граждане, которые, скажем так, получали зарплату, часть зарплаты в конвертах, да, они стали, ну, зарплата стала уменьшаться, то есть анализ показывал. Но когда включились в территориях, у нас есть еще, вы знаете, комиссии, которые рассматривают доходы граждан, в основном работают с работодателями, которые снижают зарплату, то количество вот таких получателей стало снижаться. И поэтому сейчас в основном у нас получают субсидию действительно адресно, только пенсионеры и малообеспеченные граждане. 100 тысяч получателей субсидий на оплату ЖКХ – это 9% населения. Однако есть города и районы, где доля жителей, получающих соцпомощь, гораздо выше среднего. Это Турханский район, где чуть ли не каждый второй пользуется субсидией, Енисейский район, где каждый четвертый, и город Назарово, где каждый пятый житель получает субсидию на ЖКХ. Ну, а тройка, наоборот, самых независимых, если так можно сказать, это три района – Назаровский, Балахтинский и Пировский. Там доля получателей не выше 4% от всего населения. Добавим, что средний фактический размер субсидии на оплату услуг ЖКХ по итогам 2015 года составил 1511 рублей. И это на 15,7% больше, чем годом ранее. То есть в среднем 1500 рублей квартплаты оплачивает за малоимущих бюджет. Ну и второй вид соцпомощи – это льготы для отдельных категорий граждан. Тут получателей гораздо больше, хотя средняя сумма заметно меньше.
На этот вид социальной поддержки претендовали в 2015 году около 720 тысяч жителей Красноярского края. И нужно сказать, что из бюджетов всех уровней на, значит, оплату вот этой услуги было затрачено около 7 миллиардов рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки составил 850 рублей и по сравнению с 2014 годом почти не увеличился. В пересчете на все население края получателями льгот является 25% населения региона. Добавляем получателей субсидий 9%, и выходит, что в Красноярском крае каждая третья семья защищена государством перед лицом жилищно-коммунального бремени. Общий объем средств наказания соцподдержки по оплате ЖКХ 7 миллиардов 337 миллионов рублей. Ну и в основном, как видим, это средства краевого бюджета, почти 5 миллиардов рублей в год. Законодательное собрание края приняло долгожданный закон о льготах на капитальный ремонт для пожилых людей. Как многие слышали, теперь искренне полагают, что 70-летние и старше будут платить только половину суммы, 80-летние и старше вообще не будут платить. Однако в действительности не все так просто, как звучит. Прежде всего, платить будут и те, и другие, все 100% присланной квитанции. А бюджет будет лишь компенсировать эти траты через соцзащиту на банковский счет или наличными по почте. И вдобавок есть два довольно существенных ограничения. Во-первых, льгота распространяется только на социальную норму жилой площади. Это 33 квадратных метра для одиноко проживающих и по 22 квадрата на человека в составе семьи. То есть, если у 80-летней одинокой бабушки 40 квадратов, то только за 33 ей будет льгота, а за остальные 7 квадратов капремонт оплачивается полностью. Проще всего посчитать так. Тариф капремонта, скажем, для Красноярска, для многоэтажки 6 рублей 90 копеек с метра. Умножаем на 33 социальных квадрата, это 227 рублей 70 копеек. А это пришлет бабушке соцзащита. Ну и оставшиеся 7 квадратов по 6,90 – это 48 рублей 30 копеек, которые пойдут из собственного кармана бабушки. Ну, с одинокими бабушками и дедушками, впрочем, проще всего. Сложнее посчитать для семьи. Вот послушайте внимательно условия, какие именно семьи попадают под действие краевого закона. На сессии законодательного собрания был принят закон, который устанавливает меры социальной поддержки на оплату взноса на капитальный ремонт в размере 50% взноса в пределах социальной нормы площади жилья в отношении неработающих собственников старше 70 лет, в возрасте от 70 до 80 лет, проживающих одиноко, либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста. То есть мы отталкиваться будем, естественно, от регистрации. Если в квартире прописаны внуки, дети, не достигшие пенсионного возраста, то, естественно, гражданин утрачивает право, он не может обратиться, даже если он собственник и неработающий пенсионер. То есть льгота полагается не только одиноким, но нужно, чтобы семья состояла исключительно из неработающих пенсионеров. Если прописан хоть один молодой родственник, все, льгота не полагается. На примере. Пожилые супруги. Дедушке 80 лет, бабушке 70. Оба собственники напополам. Квартира в 60 квадратов, то есть на каждого по 30 метров. Заявиться в соцзащиту могут оба супруга. Но дедушкина соцнорма 22 квадрата пойдет по 100% оплате. Он старше. Ему начислят 151 рубль 80 копеек. Бабушка, которой 70, получит на свою соцнорму 50%. Это 75 рублей 90 копеек. То есть на двоих соцзащита пришлет им 227 рублей 70 копеек. Ну, а всю квадратуру сверх нормы, в данном случае это 16 квадратов, они оплатят сами 110 рублей 40 копеек. Важно, что речь идет о собственниках. Ведь если у тех же пожилых родителей живет, например, дочь, ну, 59 лет, то есть тоже пенсионерка, но вся квартира оформлена на нее, то льготу в этой семье не получит никто. Ни возрастные родители, поскольку они не собственники, ни сама дочь. Она хоть и пенсионер, но закон для 70-80-летних. То есть еще раз, речь про очень пожилых собственников, с которыми не прописаны работающие родственники. Откровенно говоря, люди столь почтенного возраста чаще всего уже получают льготу по капремонту, будучи ветеранами, инвалидами и так далее. То есть уже имея какой-то льготный статус. Этот закон не для них, у них ничего не изменится. И все же есть в нашем крае прослойка жителей, которые не имеют льготного статуса, никогда не получали субсидий, но они уже очень пожилые, и родственники им не помогают. Так вот, закон как раз для них. Наш анализ, он показал, что, в общем-то, граждан, у которых впервые будет получено такое право, да, обратиться, их не очень много, их порядка 10 тысяч по краю. Из них 7,5 – это 70-летние одинокие граждане, и 2,5 тысячи – это 80-летние одинокие граждане. Это
Не, получается, они являются неработающими пенсионерами, они проживают в частном жилищном фонде, да, это квартиры, принадлежащие в собственности, находящиеся в собственности. И получается, что они не имеют никакого льготного статуса, и вот у них появится впервые это право. Поскольку эти люди еще не были, так сказать, клиентами соцзащиты, им придется заявить о себе, то есть обратиться в органы соцзащиты за этой льготой по капремонтам. Специалисты, впрочем, понимая, что для многих бабушек и дедушек это непросто, обещают со своей стороны максимально упростить процесс заявки. Сами дособерут кое-какие справки, отправят соцработника на дом, если потребуется, ну и так далее. Причем спешка вовсе не обязательна. Закон принят сейчас, в марте, но имеет обратную силу до января. То есть льготы людям полагаются уже с первого месяца этого года. Если выплаты начнут вам с марта, то в первый раз начислят льготу за январь, февраль и март сразу. Если же ваша заявка и сбор документов растянутся до апреля, ну или даже хоть до мая, ничего страшного. Первой выплатой вам пришлют сумму за все пропущенные с января месяцы. На все эти цели в бюджете выделяют 44 миллиона рублей. Но сумма очень ориентировочная, поскольку неизвестны все детали каждой конкретной семьи. У кого какие доли в квартире, кто прописан, кто работает на пенсии, ну и так далее. Так что первые оценки можно будет делать, наверное, в мае, когда заявится основная масса граждан. Но то, что капремонт перестанет быть финансовой обузой для 10 тысяч жителей, это уже точно. На этом у нас все. Следующий выпуск нашей экономики ровно через неделю. Попробуем выяснить, что изменилось в программе «Ипотека с господдержкой», которую продлили, но на немного других условиях. Увидимся через неделю. До встречи.